Друзья мои, смотрите, у меня есть бутылка с банановой водой. Как я это делала? Все просто. И я сюда сейчас добавлю еще одну кожуру от банана. Я так делаю. В общем, у меня просто в бутылку запихивала банановую кожуру. Налила туда воды. У меня все это дело протухло хорошенечко. Не знаю, 2 недели, 3, аж забродило. И потом где-то раз в месяц можно поливать. После основного полива цветы, любые цветущие. Я поливаю орхидеи свои. Примерно столовая ложка на один горшок. Поливаете, и все у вас будет цвести. Вот я сейчас снова запихиваю. Здесь у меня уже, видите, полбутылки. Я запихнула. Добавлю воды, поставлю настаиваться. И пусть настаивается. Снова бродит, что оно тут делает, протухает. И вот этим добром поливаю. Все. Весь секрет моих цветущих орхидей. В темное место. Красота. Я молодец. Еще какая. Давайте теперь посудомойку разберем. Как оказалось, дело не провал. Посмотрите, какой я сегодня хвост сделала. Прикольный? Волосатый холодец будет. Волосатый холодец. А Оля молодец. Сейчас понаварю. Разберу только посудомойку, раковину еще хочу помыть. У меня тут пылесос пришел на кухню, посмотрел, развернулся и ушел. Я так и не поняла, то ли он в шоке от того, что здесь нужно убирать, то ли у него какой-то протест сегодня, дружок. Ты не избежишь этого, ты все равно здесь будешь мыть. Как мама сказала, так делать и будешь, правильно? Всегда так в семье у меня с пылесосом. Мама сказала, пылесос, пылесос, пылесос. А следующая, знаете, какая песня? Если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. На самолет с ребристым крылом, что взлетая, оставляет на земле лишь тень. Вот эту вот песню будем петь следующую. Учим! Мне тоже казалось, что очень легко петь песни, когда играют на гитаре. Оказалось, что нет. Когда тебе нужно поймать то место, где нужно вступить, начать петь, к следующему куплету перейти, это оказалось не так-то просто. Хотя со стороны кажется, когда подпеваешь, кто-то поет, а ты подпеваешь, кажется, а, сейчас запою. Видели, сколько негодующих комментариев? И как бы YouTube это еще самое лайтовое, между прочим. Сколько гневных комментариев написано в Инстаграме. Инстаграм меня искренне удивил в этот раз. Обычно TikTok полыхает всеми ну, вот этими непотребствами. А в этот раз прямо Инстаграм взорвался. Я не знаю, что там, какая муха за что укусила моих зрителей любимых. Ну, в общем-то, они негодуют. И прямо-таки высказывают свое недовольство по поводу моего замечательного пения. Ну ничего, ничего. Ничего, мои сладкие. Каждый волен делать то, что он хочет. Штанишки спадают. Если я хочу петь, то я буду это делать. Не наплевать, кому это нравится, кому нет. Ну что, пришел? Осознал свою ошибку? Пришел. Молодец. Давай. Наяривай, дружок. А тут и глянь. Зашел, посмотрел, видать, в шоке был. И ушел отсюда. Так дела не делаются. Правильно? Вообще. Были лишние. Работы, работы. Вот здесь хорошенечко. Убери, убери. Моя смотрит сладкая. Она его не боится, она уже с ним играет. У меня такое мыло есть классное для кухонных тряпок. Куда с ним ушел?
Но я вот эту кухонную тряпку Доместос сам периодически заливаю. Периодически это на вечер. На вечер заливаю Доместосом. Она сейчас запахом хлорки. А вот это для стирки тряпок офигенная. Пахнет отлично. Запах классный. Отстирывает хорошо. Надо протирать все поверхности. И холодец поставить. Сегодня 22-е. Все, мои хорошие, пошла за кастрюлей на балкон. Где он там? Вон. Арбайтом. Красота вообще, не могу нарадоваться. Мамочка отдыхает, а он работает.